Деньги, часы, сдать сержанту. Ножи, деньги, часы, сдать сержанту. Ножи, деньги, часы. Нет. Сброд, дерьмо, будущие командиры. Заткнись ты! Кто сказал? Смирно! Але! Бу! Шагом! Херч! Раз! 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 По! Три! Левое плечо вперед! Раз, раз, два, три. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Ну сколько? А, конечно. Че ты, блядь? Не трогай, я не обращаюсь. Подвинься, слушай. Дайте, твоя шелупонь собралась. Один только в настоящем законе. Говорят, больше 100 лет на нем. С побегами. Это кто? Вот. Гусар. Гусар. Он один. Гусар. Ака. Гусар. Куйвар. Ака. Одолжи колеса. Куйвар. Они у тебя фасонные. Оставь его, эй, слышишь? Чего тебе до этого фазана? Эй, Бау, кончай с ним. Чего тебе? Ну сказали тебе, сука волчья. Бля, здесь останавливаться нельзя. С фазаном же не с тобой. Приколю, сука! Дерьмо. Встать! Смирно! Стройца! Выходи, стройца! Пустик 1000 там. Нас 11 здесь, не сдадим мы врагам нашу землю и честь. Не сдадим мы врагам нашу землю и честь. Знает Сталин отец, знает родина мать, что советский боец не привык отступать. Что советский молчать! Боец... Рота, стой! Кто пел? Умрем, мы в неравном Лечь! Бою. Кто пел? Лечь! Мы на землю Кто пел? Кто пел? Мы на землю свою. Стой! Лечь! Стой! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Смирно! Товарищ капитан, рота занимается согласно распорядку дня. Старшина роты сержант Кравец! Ну? Кто еще думает, что попал в хор Александрова, а не в штрафную роту? Я. Yeah. О,
Тираспольский из Одессы. Тот самый. Кравец? Я. Объясни ему его права и обязанности. Есть. Тот, кто думает, что попал в хор Александрова, а не в штрафную роту, дважды дурак. Первый раз, потому что попал сюда. Второй, потому что не понял, куда попал. Родина-мать! Не за пенье вам будет менять лагеря на месяц штрафной. Мы споем, но это будет другое пение. Иди. Права, обязанности. К вечеру должно быть, как в московском метрополитене. Это тоже. Трофейные. Махню. А хо-хо, не хо-хо. Я что-то стал глуховат. Оп. Или ты совсем обнаглел, гаденыш? Я тебя в дерьмо без всякой химии перегоню. Ручонки убери. Или я тебя в первом бою пристрелю, понял? Всем обнаглелся, пират отказывается подчиняться, часы не сдал. Вот эта часть налево! Четыре шага вперед шагом! Харш! Направо! Это будет первый взвод. Кролидзе! Я! Будете старшим. Есть! Это будет второй взвод. Тираспольский. Я! Будете старшим. Есть. Распольский, ты как? Налить? Мирно! Равнение направо! Товарищ капитан, штрафная рота для отправки построена! Вольно! Вольно! Командиры взводов, ко мне! Первые три теплушки наши, грузиться повзводно. Выполняйте. Есть. 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 Взвод кругом. Взвод кругом. Справа по одному вагону. Справа по одному вагону. Руку давай, вот, Коля, давай. Опа. Смотри. Ну-ка, отодвинься, отодвинься. Ну, давай, проходи. Не мешай, бичу, а? Так, нет. Держи. Шлепнуть тебя хочет при попытке к бегству, подлюга. Так что будет на стрёмный горе.
чучело, ну! Вот, лови! Там маленькая. А, карапет, на! А у тебя? Повезло нам? А, будешь на тебе, пока не трахнет. Иди, одевай, иди. Молотобоин, держи! Вот это. Ты, курносый, на! Глазастый! О, смотри! Лови, лови! Ну что? Я знаю. Видать, прежних штрафников отсирали. Быстрее, быстрее! Поторапливайся, капитан! Да пошел ты. Ой! Держи дистанцию! Воздух! Рассредоточиться! Пожи! Куда вы? Куда вы? Куда? Куда вы? Я стрелять должен! Ложись, твою мать! Ходи строиться! Становись быстрей! Вот, списки. Хозяин, время пообедать. А, Донковец. Третий раз уже к нам? Соскучился по тебе, радость моя. Адейка. Yeah. Ардов. Yeah. Быков. Yeah. И Мединов. Yeah. Первый взвод. Донковец. Yeah. Никитин. Yeah. Егоров. Второй взвод. Кузьмин. Ну что, мальчики-пионерчики, кто-то есть с Одессы мамы? Что-то все недоделаны. Охрана сопровождения! Строится! Жаль. Не договорили. Лови дальше, дерьмо. Чего-чего? Дерьмо вонючее. Тебя тоже поучить надо? А ну за мной шагом марш. Отвали, сержант. Сержант! Тебе что там, медом намазали? Иду! Рота, равняйсь! Право по одному получать оружие.
Тираспольский, 13877. Русталев! Родман! Ко мне! Донковец, 32-321. Принимай, Николай Иванович, помощничек. Распоряжение старшины. Что надо ответить? Есть. Ну вот. Ничего, ничего. Со мной лучше. Не заряжать! Не заряжать! Это не положено. Автоматы нам не положено. Гранаты не положено. Пулеметы тоже не положено. Нам только умереть положено. Но на это мы вам кажем. Большую дулю. Эй, коцо, угости беломором. Жопа с лучкой. Конец. Хозяйство Григорьева третий день наступает. Тут как? Да пока тихо. Ну, отсюда гонят, значит, здесь будет основной хипиш. Ну-ну. Слышал, что прошлой зимой было? Я прошлый на Карельском был. Целую дивизию за неделю положили. И сейчас тоже топчемся на одном месте, ни взад, ни вперед. Че не обойти, не взять все это в мешок? Ты меня спрашиваешь? Ты спроси вон у тех, у кого на штанах лампасы. Нельзя почему-то. Рота, стой! Рассредоточиться, лады! Глущак, Селезнев, Саралидзе, Тираспольский, ко мне. За мной. А там что? Где? Вон, в перевернутой вагонетке заторшен. Не, туда не совайся. Мина на каждом метре. Везде тут у него мины, искатели их не берут. Тут в болоте кругом железо пополам с торфом. Полтора года идут бои. Ну что, командиры, в театре кто-нибудь из вас был? В оперете. Гляньте, на театр предстоящих боевых действий больше вы вот таким с галерки не увидите. А сколько же вам всем? Родина мать не пожалела. Кому 5, а кому и 10. Вы что, убивцы все? Кто как, отец. Ну, а тебя за что? Ой, мужики, чем вы согреться? Там. Хлопцы в секрете последний раз находили. Ну, а эти чистенькие с вами? С нами, батя, с нами. Охрана. Чего охрана? Они от нас родину охраняют. А нас от немцев. Вдруг убьют кого ненароком. Нам без охраны никак.
Все, Андрущак! Все. Тогда уходим. Подванивает. Ну, а если вы возьмете все это, конечно, вам всем прощение. Суворов, без тебя уйдем. Ну, дай бог вам, ребятки, и победить, значит, и выжить. Насмотрелись? Полуразрушенное строение видели? Говорят, там фундаменты, подвалы сохранились. Ночью переползаем туда. Понял вашей шутки, Боренька. Почему не сказал, что ты из Одессы? А? На, прими от земляка. Тут это сподручнее будет. Песни родные знаешь? Так, на Фундуклеевской открылась пивная. Спасибо. Ух, мощная песня. Ну, разворачивай. О! А? Болотная добыча. Там этого добра навалом. Товарищ капитан. Это вам. Лёва. Лёва, тебя воспитывали в плохом приюте. У человека семью разбомбило, а ты ему даришь вещь от покойника. Нехорошо. Шумлю немного, а ты засекай, откуда бьют. Понял? Ну, вперед. Стрелять бы их для начала. Что с тобой? Хуйня. Никак не могу привыкнуть. Чем ты такой воняет? Засек?
Так, понял. Может быть, другие имеют на теле что-то, кроме задницы. Вон, смотри, под перевернутой вагонеткой гнездо, а везде мины. И хрен, я извиняюсь, до него долезешь. Где-то он тут, паскуда, проход имеет. Отваливаем. Отваливаем пока тихо. Только я вас очень прошу, Боренька, от меня ни на грамм. И это вам не Дерибасовская. Ануэты, суки, баны! Фашисты! Встал и побежал. Зачем побежал? Где другой? Совсем разорвало. Тоже встал и побежал. Бежит и стреляет, сумасшедший вроде. Из танкового училища он. Пока совсем не рассвело. Давайте его наверх. Я ведь тоже хотел. Думал, с ума схожу. Я тоже. Эй! Отцо, твою мать! Кто там? Да ты что, мудак, сам не допер? Из роты мы, позови лейтенанта! Страшники? Из спецроты лейтенанта позови! Отцо! Чего там? Раненый здесь! Взять раненого. Эй, лейтенант, скажи своему дураку, чтобы узнавал своих. А то в следующий раз подброшу. Бивай, Кацо. Зачем так говоришь? Где у них Кацо? Здесь принято называть этих за спиной Кацо. Не говори больше так. Кацо — это друг. Понял? Грузины — культурный народ. Мы первые приняли христианство. Ладно, не буду. Думаю, дальше наши не пройдут, пока здесь затычка. Если бы под доты подлезть можно было. Ты как думаешь, капитан? Да так и думаю. Я думаю, что на Хуга обрать надо. Ночью появимся, подадим знак, чтобы не поняли, кто перед ними. И наши увидели, что мы не поцы, эти суки обхезались перед нами. Не, правильно будет. Надо брать на Хуга.
Куга! 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 Мы им, Боренька, такую заваруху закрутим. Куга! 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 Куга, это, сука, мне хэндэхох. Они теперь запомнят этот знак. От черного и до белого штрафники. Что такое, Боренька, а? А у меня вот что, смотри. Что? Во. Черяк, тут так не косят. Штук 40 надо. И то в санчасть положат, а срок все равно тебе оставят. Да я так, лопну, тебе самому давануть. Кстати, у нас медичка была, Ларионова. Ага. Ну, сама плоская, ноги кривые. Ну, я приеду, я вернусь. Я иду. Завернуться с маслом внутри, если бы не было этой войны. Спали бы с бабой, дожрали блины. Суп ППЖ. Что-что? Чай – половая жизнь. Ага, а я думал, что это чай. А я думал, это кофе. Жульон! Вот и двойная жизнь была. Сажусь в поезд. В белой рубашке мальчик. Даже платочек для носа. По плацкарте чин-чином. И никто тебе не скажет ничего. А на утро через другой тамбур. Уже с чемоданчиком. А тому как? Кому? Ну, кого чемодан спёр? Ну, а сам-то, когда парашюты толкал? Ну, парашют казённый, а муж списанный. Меня бабы всего городка на руках носили. Я же их лифчиками да трусиками чистейшего шёлка на 100 лет вперёд обеспечил. Вот, а муж даром. Иванов, а у тебя правда сроку 90 лет, а? 87. А за что? Mein Gott, die sind ja schlimmer als diese Matrosen. Man hat sie wahrscheinlich angekettet und hetzt sie dann auf den Befehl Guga los. Zum Teufel mit Guga. Ah.
За языка положена отмена штрафного срока. Пиши на всю роту, ты наше правило знаешь. Там жертву принесли. Валяйте, пока каша теплая. Не спеши, братва. Сейчас. Все надо делать не спеша. Как учил Суворов. Вот так вот. Боренька, ты заметил, что тебя сегодня не рвало? Что такое, привыкаешь к запаху? А я его и не чувствовал. А я чувствовал, но сразу привык, оно дерьмом пахнет. Сколько народу здесь перебывало, куда не сядешь, везде куча, новая или старая. Нет, Шурка, дерьмо все-таки пахнет по-другому. Это твое дерьмо, а то с торфом. Земляку. Во, правильная очка, как кажут у нас в Одессе. Ты же и немца зарезал. Я думаю, что он так смотрит. Хотел уже подарить. Кем зарезал? Во. Ну вот, к дерьму привык, к войне не может. Что ж ты, Павла? Ты хотя помыл его, что ли? Чем? Ты с мылом? Чё? Так ты у меня чё? Его нет. У тебя тоже. Держи. На, мы тебя не забыли, Шурка. Ну что, славяне? Чтобы мы жили, Агат не жил. Луга! Да ладно тебе. Эй! Давай, иди. Давай, давай. Правило, твою мать. Завтра бы уже могли домой поехать. Ну ты бы с нами хотя бы посоветовался. Да вы что, ребят? Штрафникова-то главное правило. Все для роты, ничего для себя. От черного и до белого. Капитан-офицеры где спят? С нами. А могут каждый день в сухом спать и с мылом мыться. Это и есть правильная очка, как кажут у нас в Одессе. Не говорят так в Одессе. Как не говорят, Бой? Сам одесситское это слово. Морской, я же из Одессы. И одесситское не говорят. Да и богу все это говорят, но... На Дерибасовской. У меня кореш там живет. Ой! Ну, падла! Ну что, живы? Бляха, шнапс унесло. У меня балка вот так вот пролетела. Ну все, теперь нащупал нас. Жить тебя не будет. Почему вы здесь? Я же приказал, где им постоянно находиться. Я вас спрашиваю, я приказал, где им находиться? Да я им нельзя, мол, передавая. Мол, капитан не велел. Они говорят, консервы поднести.
чтобы я их здесь больше не видел. А ну, Бога душу мать. А ну, давайте отсюда. Вот я же вам говорил. Значит, как договорились? Да, у меня все готово. Кончится артподготовка. Ясно. Главное попасть на тот сектор. Все понятно. Вы нам было от вас прикурить. Ясно. Мясные консервы. Спирт привезли. Знаешь, дело будет, Боренька. Ладно, мужики, командирское время. Так, посмотрим. 16.07. Точно. Пока. Удачи. Ага. Ну, будь. Птенцов, собери роту. Командир. Значит, это, гранат навязали. Пулеметы из болота проверим, все в порядке. Значит, такое у вас искупление. Задача, значит, такая. Взять ДОТ на той стороне. Лучше два. Или три. И завоевать Германию. Начнем под утро. Они к этому времени успокоятся. Все-таки мы их к ночи приучили. А для нас главное залечь и до утра не рыпаться. Спирту бы еще. И каши. Спирт будет. Перед самым делом. Ну, а насчет каши не советую. На случай ранения в живот. А теперь, так сказать, нюансы. Значит, делать будем. Так. Салам. Салам. Ака.
Посмотри за машиной, а. Шумадон. Караптур самолета, якши? А якши, понял, якши. Да? Спасибо. Ака, скажи, где школа, Махтаб? Спасибо, Рахмат. Полундра, Боря! Что ты вылупился, шмайстер, хватай! Курвы! Руку, руку! Thank you.
кто там? Вместе с ними. Кто там? Кто там? Быстро! Кто там? Все кто там? Ты Дыньковца не видел? Ну так, чтобы недавно, так нет. Всех капитану! Я насчитал человек 40, а вон еще трое. Значит так. Это наши бьют! Огнем поддерживают, сволочи. Но... Помощники хреновы! Сучва раздолбанная! Да, козлы вонючие! Гадлые, суки! Да! Сейчас начнется. Занять оборону. Дыньковца не видел? Нет. Да что же они... Да они... Договорились же. Наши немцы, болотные, сразу в штаны наложили. Эй. Пантеры. Слышь. Думают, падла, что у нас тут целый батальон. Слышь, Дыньковца не видел? Не. Давай туда. И веди этих фуражках. Одним нам долго здесь не удержаться. Да не пойдут они, им что? Жить надоело. Скажешь, я приказал. Володя, им на тебя как-то наплевать. У них другая работа. Выполни приказ. Всем задот!
Капитан! С капитаном что-то! Так, кто нужно его? Я. Взяли, взяли, взяли. Вот, быстрее. Ну чего? Ты теперь самый главный. Где дойдут? Наша артподготовка. А? Артподготовка! Thank you.
Наверх! Наверх, я сказал! Наверх, быстро, быстро, наверх! Наверх, я сказал! Наверх! Ну что ты сделал, сука, наверх? Дрепь! Что с дрепели? Наверх! Наверх, я сказал! Наверх! Наверх! Быстро! Гуга. Товарищ!
Пойдем. Слышь, взводный. С Херсоновым. Работал кладовщиком в какой-то конторе. Сдать оружие.
сдать оружие.